В амбулатории поселка санатория имени Герцена непривычно пусто, но это пока. Открытие обновленного медучреждения ждать осталось недолго. Амбулатория обслуживает 3500 населения. Здесь будут вести прием врачи-терапевт, врач-гинеколог, врачи-стоматологи, терапевты-стоматологи, хирурги. Вот. Планируется также открытие здесь дневного стационара. Амбулатория рассчитана на 80 посещений в смену, но толпы пациентов не будет и после открытия. Все продумано до мелочей. Потоки разделили. Не только ради удобства жителей, прежде всего, чтобы снизить риск распространения инфекций. Для маломобильных посетителей оборудовали пандус и перенесли кабинет терапевта на первый этаж. Все это удалось сделать в ходе текущего ремонта амбулатории. Он начался в мае. Произведен фасадный ремонт здания, произведена замена дверей, замена половых покрытий, стеновых, потолка, светильников. Обновленная амбулатория в поселке откроется 15 ноября. К приему пациентов здесь все готово. Евгения Августина, Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».